Привет, друзья! Вы на канале Кулинар Кавказа. И сегодня мы вашему вниманию представляем вот такой небольшой рак, кавказский борзый, которого мы сегодня сварим в казане на огне. Для этого будем использовать укроп вот такой вот. Будем использовать также чуть-чуть добавим лука, лимончика, петрушечки. Конечно же, мы хорошо посолим воду. Будем использовать столовую ложку на литр. Это уже проверено. Также добавим пару лаврового листа. Ну вы все увидите. Мы пошли разжигать очаг. Вода нагревается наша, надо бросить укроп, бросаем прям целым, мы потом его будем доставать, чтобы она напиталась вода. Также бросим петрушку, лучок обязательно. Еще я забыл сказать, надо бросить чуть чеснока, но прям в кожуре, он прекрасный вкус, аромат. Травы и специи уже дали воде вкус, пора отправить рака. А перед тем, как отправить рака, мы его проверили, живой он или нет, потому что мертвого рака нельзя никогда варить. Мы отправляем только живых раков. Вот такой прекрасный рак. Вон, смотрите, какой борзый кавказский. Наверное, не будем их томить. Рак краснеет. А как определить, вареный рак был сварен живым или мертвым, я вам покажу на примере. Но у нас здесь мертвых нету. Когда вы берете рака, уже, когда бросали рака живым, у него сюда будет подвернут хвостик. А если не был подвернут хвостик, значит рак был сварен мертвым. Когда покупаете готовых раков, обращайте на это внимание, а лучше раков варить самим. Потому что тут ничего сложного нету. Варятся они буквально минут 15-20, в зависимости от размера. А вкус просто у них обалденный. У каждого свой рецепт. Это мы показываем вам свой рецепт от Кулинар Кавказа. Как вы готовили, готовьте. Мы вам не навязываем. Ну попробуйте, и вам понравится. Вот этим раком еще дадим настояться чуть, чтобы вас долго не томить. Мы этих попробуем. Такие прекрасные раки у нас получаются. Надо чуть добрить их лимончиком сверху. Придаст пикантность, кислинку. Ну и для украшения надо положить вот так вот несколько штучек. Такая красота у нас получается. И, конечно, под бокальчик прекрасного пивка мы сейчас попробуем. Съедим. Я думаю, наверное, даже не несколько штук. Пока там ждут ребята. Мы тут понаслаждаемся прекрасным вкусом. Аромат просто бомбовский.
за ваше здоровье. Желаю вам мира, добра, всего самого наилучшего. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Если вам нравится, ставьте лайки. Мы еще снимем не одно прекрасное видео. А сейчас попробуем под прекрасный бокальчик пива. Глоточек. Вот, смотрите, какая клешня прекрасная. Отламываем. Сочный. По соли бомбовский. И скажу, что ложка соли, но не полная, с горкой, на литр воды. Это вы всегда угадаете. Ну, кто любит менее соленый, можно меньше добавить. Кто больше, больше. Делайте как мы, смотрите. До встречи, ребят. Всем большой привет.